Всем привет! Наконец-таки едем в Юрмалу. Жара невыносимая, 32 градуса. Что будет дальше? А это только начало дня. Поехали со мной. Ты первый куда не пойдешь? Вот уже из янтаря. На улице Юмас тут много всяких мелких магазинчиков, кофеюшечек. Очень уютная улица, без транспорта. Вот только на велосипедах гоняют здесь, на самокатах. Здание какое-то интересное, новое. Я вообще-то давно здесь не была. Очень уютное место. Мы идем в сторону Динтари. Хотя мы ее проехали, но решили вернуться. Впереди какие-то ярмарки с поделками, со всякими сувенирами. Маленькие такие бутики. Хотя цены здесь фантастические, как в каждом курортном городе. Сейчас по этой дороге выйдем прямо к морю. Вот уже и море на горизонте. Кафе «Романтика». Вот и пляж. Ура, наконец-таки добрались. Ой, песок огненный, еле дошла до воды. Да, водичка у нас, конечно, не лазурный берег. Ну ничего, довольно прекрасно. Совсем почти нет тины. Обычно приходишь, когда вот после зимнего сезона, весной, лето, начало, всегда обычно грязно, тина на берегу. А сейчас ничего, довольно-таки красиво, чистенько все.
видите, народу много. Сегодня, правда, выходной день, но здесь и в рабочие дни также. Сейчас у детей каникулы, отпуска, студенты тоже отдыхают. Так что народу хватает. Ну и, естественно, приезжих тоже. Вот это виднеется гостиница или дом отдыха. Я точно не знаю. Давно вообще не была в Юрмале. Похож на корабль. И туда пляжи далеко-далеко. Небольшие гостиницы, кафе. Лестница Европа, отель. Пришли в самый центр Дзинтери. Это знаменитый. Ой, кошмар. Это знаменитый зал Дзинтери, где проходили все концерты, КВНы, Юрмалины, естественно, новая волна. Но теперь, к сожалению, нет. Концерты какие-то здесь все равно проходят, приезжают из России. Тоже артисты. Детвора балдеет. Слушай, самому хочется туда, да, в такую жару. У нас и Лайма приезжает. Верка Сердючья, Наталья Подольская, Стас Пьеха, Илона Громилицкая. Вот кого могла, она собрала 7 июля. Вот Денис Мацуев тоже приезжает, будет здесь. Константин Хабенский, Юрий Башмет. Интересно, кого-то концерт будет, он, наверное, Хабенский будет стихи читать. Туда. Такие симпатичные домики построили.